Какая картина у нас? Всем привет! Свет включу, чтобы видно было. Вот так. Егор у нас пуговицы не умеет застегать, да, Егор? Не умеешь пуговки застегать? Нет? Нет? А Василису иногда Снежа надевает. Да, Василис? А Василис? Ну что нет-то? Я видела, видела. В общем, они друг дружке услуживают. Ну вы хоть повернитесь, поздоровайтесь. Всем привет, всем привет. Одевать кофту не умеешь. Кофту я умею. Что-то я делаю. Не хочу. Не хочу. А рубашку заправить надо, Егор. Вась, давай он сам справится. Пойди кушай. Всем привет! Ну, у кого сегодня настроение хорошее? У меня! У всех хорошее, ну, слава Да, потому что мы пойдем сегодня на мастер-класс, и я пойду к Сане на день рождения. Ух ты, здорово! Давайте одеваться быстренько, быстренько! Масик, что ты там плачешь? Он, наверное, кушает. Егор, а где ты грязи нашел, а? Все сапоги. Егор, останови. Я им вчера сапоги намыла все. Ой-ой-ой. Комбинезон. Но они ездили в секцию. Там, правда, из машины в машину. Точнее, из машины сразу рядом здание. У девчонок он чистые сапоги. У Егора это что-то с чем-то. Я вчера вечером уже поленилась еще раз эту обувь мыть. В общем, у нас, да. Сейчас очень грязно на улице, и нам приходится, вот они приходят со школы, раз вымыла обувь, два. Потом куда-то мы едем, возвращаемся, опять обувь намываем. В общем, это надо сидеть дома и не работать, быть обслуживающим персоналом. Мы себе такое позволить особо-то не можем. Почти котенок. Вы будете одеваться-то, нет? Что, не дорос? Давай, иду помогать. И все штаны грязные. Ой, так. Все штаны грязные. Ну, ты как-то виноват, что они у тебя грязные-то? Ой, Масик, мою курточку отдайте. Рыжий там вот у нас. Хочу показать тоже. Пыль вечером лестницу протирала. Сегодня вот она опять осела, эта пыль. Вот ее видно. Пока еще все оседает. Это строительное все. Первый этаж тоже надо сейчас. Как только закончит, все перемывать еще разочек. Все равно она. Где-то она вот витает, эта пыль, и каждый раз она оседает. Я уже говорила, мне знающие люди сказали, что будете еще не год и не два с этой пылью жить. В общем, обрадовали. Рыжик. Мама, это Чуба. Чуба, а это мы с Сергеем Витальевичем смеялись. Я надо было его Чубайсом назвать. Он все тягает отовсюду, у всех все тащит. Ему все надо присвоить себе. Да? Раньше он был мальчиком, а теперь он Чуба, да, мать? Он все спаскивает. Что, Васюша? Лапает тебе. Вот так. Он вот когда играет, он не выпускает когти. Кусь-кусь-кусь-кусь-кусь-кусь, наоборот. Когда играет, выпускает когти. Нет, это он когда начинает уже кусаться, он выпускает. А вот сейчас вот он когти не выпускает, он их прячет. Васю, давай-давай, одевайся. Пусик у нас не умеет играть. Потому что пусик ленится. Да. Не то что ленится, он вообще не игривый кот, он вообще играть не умеет. Он даже терпит, когда его гладят. Его гладят, когда он в комочек такой в нервный превращается. Иногда позволяет себя погладить, но очень редко. Ну, бывает, конечно, его пробивает на чувство. Тогда он, да, залезет на коленочки, размурлыкается. Но его еле слышно. А вот рыжик, он как трактор. Мурлычет громко, на всю комнату слышно. Даже на верхнего этажа, как он, мяу-мяу-мяу, тут вот слышно. Да.
Так, как... Егорка, давай девайся, Егор. И когда он ест, мама... Вот он, наш котенок. Угу, да. Мама, а знаешь, когда папа дает Пусику рыбу и Масику, то, то Масик начинает тарахтеть, как трактор. Угу. Вот, у меня перчатки тоже. Да, мой маленький. Всем привет. Итак, Василис, здоровайся. Всем она привет. У нас мейкап. Покажи, как тебя разрисовали. Где тебя так разрисовали? Кафе. Это не на день рождения. Ну-ка еще раз. В кафе на Сонином день рождения. Тетенька. Тетенька? А ты спросила, как тетеньку-то зовут? А-а. Не спросила? А зачем? Как зачем? Ну, ты бы знала, как к ней обращаться. Вот же. Да. В общем, мы в магазин. Маме нужно кефир. Маме? Маме не нужно сегодня кефир. Почему? Ну, не хочу. А ряженка нужна? Нет. Вы снежок взяли себе? Да. Ну, все, пойдем.